Всем привет, ребят! Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Сома. Остановились мы на том, что нас затопило, и мы, в общем-то, попали вот сюда. Вот мы сейчас, как вы видите, под водой. И я очень давно я не снимал, так что мне сейчас будет страшно, потому что я вообще давно не играл в хорроры. Ой-ой-ой, это будет плохо. Просто я очень не люблю незаконченные прохождения и всегда стараюсь их заканчивать, даже если не особо как-то хочу. Мой внутренний перфекционист все равно меня чаще всего перебарывает, и я допрохожу игру до конца, если там, конечно, не сопутствуют этому какие-то технические проблемы. И если я не прохожу игру до конца просто из-за своей лени, то в любом случае я стараюсь ее перепройти так, чтобы у меня все замечательно получалось. Сейчас я включу вертикальную синхронизацию, потому что я вижу разрывы видео. Вот, теперь я их не вижу, только у меня... Окей, извиняюсь, но мне это не нужно. У меня почему-то с вертикальной синхронизацией то ли лагает, то ли как-то... Вот так-то лучше. Окей, пусть уж лучше будут разрывы. О, боже, это что было? Окей, у меня подлагнуло. Это означает, что нет, неподалеку от меня что-то есть. Да, я уж было хотел забросить эту игру, но потом подумал, что нафиг мне еще одно незаконченное прохождение. Да и потом, это же классный хоррор, поэтому... Я вижу что-то вдалеке, ладно. Поэтому я решил его все-таки постараться допройти до конца. Но, если честно, я прям буквально перебарывал себя, потому что что-то как-то уже... Не так она мне вкатила, как амнезия. Но это было ясно. Амнезия — это, в принципе, первое ощущение. То есть амнезия The Dark Descent, я имею в виду. Она была для меня первым хоррором, поэтому я изи ее прошел где-то за месяц. Бывали такие моменты, когда мне было просто страшно заходить в игру, но там меня не прям так особо прям пугали, чтобы я прям сидел и орал, как в Фрайфир. Вот здесь вот я надеюсь, что не буду прям орать, как в Фрайфир. Очень надеюсь, я не хочу орать, как в Фрайфир. Это уже после восстания роботов, я так понимаю. Все как-то размыто. Так и должно быть? А, это из-за того, что у меня глюки, окей. Ну и здесь, конечно, жутковато, и мы спускаемся вниз. Fuck it, я не хочу вниз. Я лучше пойду сюда, к водорослям. Так, я что-то прыгать не могу. Не, ну то есть он как бы пытается, но что-то низко. Как думаете, хорошая идея здесь спускаться? А, да, вроде неплохая. Так что я туплю муж под водой? Хотя, это же видеоигры, здесь все может произойти. О, боже. Чуть не умер. А то, как Ведьмаки сейчас будет, типа, Ведьмаки, профессиональные машины для убийства, там, типа, наемники такие крутые. Просто упал с двухэтажного здания и умер. Крабы какие-то стрёмные. Окей, пойти мне налево или направо? В незнакомых местах... О, боже, я что-то вижу, я надеюсь, это просто рыба. Большая рыба. Было похоже на акулу, если честно. В незнакомых местах, как показывает статистика, люди от растерянности чаще всего идут направо. Так что, если мы против человека или против робота, который запрограммирован вести себя как человек, то он бы пошел направо. Так что я пойду налево. Потому что там меньше шанс встретить монстра. Хотя бы по логике реальной жизни. По логике психологии. Так, я уже запутался, куда шел. О, черт. Наверное, сюда. Да, определенно. Можно по этому кораблю ориентироваться. Фонари включаются прямо после меня. Меня радует то, что мне не нужно заново учиться говорить, что я более-менее нормально разговариваю, потому что обычно, когда... Долго не играешь в подобного вида игры, просто сидишь и молчишь.
Так, тут, видимо, какого-то робота придавило, который похож на того робота из Portal 2. А, я могу его освободить. О, бро, 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 бро. Осторожно, у меня есть камень. У меня есть камень. А, черт, подлагнуло даже. Чертов робот. Лови камень. О, я попал. А, я лучше не буду попадаться ему на глаза. А, или он меня куда-то ведет? Апсилон. Так, что он хочет? Он просто полетит наверх, поплывет. Да, я думаю, что... Так, что ты идешь за мной? Нет, нормально все. Так, ладно, я, пожалуй, я как бы сделал доброе дело. Привет. Освободил робота, сделал доброе дело, поэтому ладно, я просто пойду дальше. Думаю, он мне вряд ли как-то поможет. А, я понял, блин, так он мне как фонарик служит, все. Так, окей. Не знаю, с чего это такая доброта у робота, с учетом того, что мы играем в игру, судя по всему, про восстание роботов. Окей, возможно, здесь я смогу как-то забраться, потому что здесь такое подсвеченное место, как будто вход куда-то. А, это что за звук был? Здрасте. То что? Оттуда, по-моему, что-то ломится. О, боже. Или туда что-то ломится. Окей. А, судя по музыке, мне надо убегать, поэтому... Оно просто долбит стену, но не может пробить. Окей, робот-фонарик, идем за мной. Хотя сам не знаю, куда иду. Было бы круче, если бы ты меня наставлял, и ты говорил мне, куда идти. Потому что, по-моему, я спускаюсь все ниже и ниже, и это абсолютно не приведет ни к чему хорошему. Одной из причин, по которой я решил вернуться к этой игре, это, несомненно, интересный сюжет. То есть они в начале игры показывают нам, что у персонажа нашего после автокатастрофы поврежден мозг, а он приходит, значит, к... Мы навернули круг. А, да, мы вернулись обратно. Он приходит к врачу на обследование, садится в машину и как бы все, он очнулся в неизвестном месте. И мне чертовски интересно, что это было, почему он, где мы и что вообще происходит в этой игре. То есть мне действительно интересен сюжет этой игры. Кто-то может сказать, что просто не видел нормальных сюжетов, и на самом деле это все типично, и вообще, как говорится, я это разгадал сразу с начала игры. Но в любом случае, как бы там ни было, мне интересно. Только как мне войти туда? Если мне вообще надо туда входить, конечно. Так, ладно, пошли, короче, к этому Апсилону. Может быть, там мы что-то найдем. Да, по-моему, что-то светится. Так, да, хорошо, что-то есть. Ага, вот и фонарик. Так, там еще что-то. А, нет, это просто маленькие фонарики. Окей, кажется, я нашел мой путь. Еще робот. О, щит, я сомневаюсь, что он хороший. Еще потонувшая лодка. Окей, а вот этот красный свет мне уже не особо нравится. Сохранение. Ну хорошо, хоть что есть сохранение. Так, это у нас какое-то типа подводное метро или что это за значок? Так, на это нажать нельзя. А, вот на это можно. Вау, какой полезный робот. Вот это нифига себе. Так, а здесь мне нужно, видимо, в чем-то поковыряться. Хотя я бы так не сказал. Вроде ничего нет. Можно просто посмотреть, наверное. Так. Open the door, get on the floor. Everybody walk the dinosaur. Так, давайте-ка закроем за собой дверь, чтобы тут никакие... никакая местная фауна за нами не гонялась потом. Все супер, мы здесь заперты. Окей, я не знаю, нафига я это сделал, но... Хотя бы мы будем знать, что сзади нам точно никто не придет. Так. Окей, и мы заперли эту дверь. Окейушки, можем идти дальше. А, и сейчас здесь вода откачается, да? О-о-о-о.
Я не знаю почему, но под водой чувствовал себя уютней. О, черт. О боже, все зависло. О боже, все зависло. Окей, это мне уже не нравится. Здесь так сыро. Стоп, реально, откуда у меня фонарик? Я понял, я узнал, я догадался. Я за всю историю своих видео ни разу не чихал. Вот она магия, дорогие друзья. Вот он лайфхак. Если вы не любите чихать, если вы не хотите чихать, то просто снимайте летсплей. Так, окей. Послушаем очередную штучку. Окей. То есть они намекают на то, что здесь нет связи и вообще не работают все эти вот передачки. Там что-то есть. Не знаю, хорошая ли это идея. Вообще в играх подобного жанра все кажется плохой идеей. Ну ладно, мы будем просто аккуратненько двигаться дальше и надеяться на лучшее. Здесь у нас завал. А, его-то мы и обошли. Если что, в той пещерке можно спрятаться. Она достаточно уютная. Пусть немного и сырая. Окей, здесь... Простите. Hey, привет, негр. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Okay. Вот, держи канистру, она тебе поможет. А, я думаю, что мне лучше просто оставить вас здесь. Держи еще вот этот баллончик, чтобы тебе было веселее. Так, но здесь я вряд ли что-то смогу сделать. Он очень лагает. И к чему я сюда пришел? Давайте ее замуруем. Просто по фану. Замуровывайся! Черт, почему с этими неграми все идет не так? Да завались ты уже. Завались. Ладно. Как я в первый раз так... О! О, аккуратненько. Аккуратненько. Бэм. Бинго. Так. Можем идти дальше. Здесь у нас рель, здесь у нас ля-ля-ля-ля-ля. Ничего особенного. Можем идти... обратно. То есть мы пришли сюда просто, чтобы с ней повидаться. Я надеюсь, что ничего не пропустил. Так, но судя по тому, что у нас все как бы в эффекте 3D, то есть у нас все размыто и наш персонаж как-то хромает, я могу, соответственно, предположить, что у нас маловато здоровья, поэтому нам нужно как можно скорее найти хилку, которая... Вот она! Все, пошли. Вот и хилка. О, какой модный костюм. Jesus Christ, what the hell? Окей, это уже совсем что-то нездоровое. Нехватка энергии. Может быть, я это зря сделал? Или ее надо держать? Что я делаю? Что я делаю, так или не так?
где-то что-то произошло. Ладно, пошли обратно к Негритоске сбегаем. Ничего не имею против черных. Хотя с первого раза так может и не показаться. Так, ну что, мы что-то сделали? Она до сих пор завалена. Тут тоже труп какой-то. Ведро ей надо было на бошку надеть. Искусственный... О боже, не смотри на меня так. На, держи ведерко. Вали. Меня она просто так пугает. Окей, я не уверен. А, во. Я ее убил? Уверен ли я, что сделал что-то? Абсолютно нет. О боже, зачем я это сделал? А можно обратно? Можно обратно? Ок. Я ее убил. Реквестка темпачи, короче. Assassin's Creed хрень. Так, питание стабильно. Окей, нам надо было ее убить ради своей же собственной выгоды. Мы с этим справились. Так. Как говорится, сегодня, детки, мы научимся убивать ради своей же собственной выгоды. Так, ну что же, пошли. Я так понимаю, там должна была дверь магическим образом открыться. И... Нет? А, теперь я могу сделать вот так. Бэм! Питание включено. Вау, свет. Ух ты! Вот так вот мне больше нравится. Поезд. Я машинист. Я машинист, самый настоящий. Так, давай, вставляй тогда эту штуку сюда. Омнитул. И поехали. Standing by. А. Вау, даю даже понажимать на кнопочки. Оу. Я уж было подумал, что мы уже приехали. А, вот, сесть надо. Куда бы нам поехать? Мне нужно в... Не знаю. В Лямбду? А тут не будет загрузки, или он просто приедет? Примерно время прибытия через 2 минуты. Давай ошалели. Офигеть. Ехать целых 2 минуты. Транспорт на поверхность? Я хочу на поверхность. На поверхность хочу. Ну офигеть теперь. Глубина. Кажется, мы поднимаемся наверх. Да, мы поднимаемся наверх. Внимание, помеха на путях. Мне это не нравится. Экстренное торможение. Да уже поздно. Окей, забираем наш Omni Tool и валим отсюда.
Как мне выйти? А что там была за помеха на путях? Стоп, ее там нет? Да вы издеваетесь. Окей. Emergency exit. Вау. Как круто сделано. Окей, я думаю, на этом нам стоит заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем пока.